И вот я на финишной прямой моего автостопа в Анды, в Аргентину, через Анды, через перевал Кристо Редентор. Вот здесь уже начинаются такие большие горы, ущелья. Горная река шумит, очень напоминает перед дорогой в Тушете. И я, наверное, подведу некий подыток автостопа в Чили. Он здесь довольно труден, и останавливаются очень редкие люди. То есть был я на хайвее, где просто тысячи машин. Пришлось ждать порядка часа, пока добрый человек остановился. Поэтому рассчитывайте, что расстояние, ну вот я уже еду часов 7, наверное, всего километров там, даже, наверное, 200 не проехал. Вот, где-то, ну, может быть, 200, где-то, наверное, 200. Вот, что еще, люди классные, вот те, кто подвозит, с кем общаешься. Прям вообще очень здорово и классно знать испанский язык бы, это вот вообще помогает. Но если нет испанского, я использую офлайн-переводчик и, в принципе, разговариваю нормально. Испанский, он все-таки похож на английский, похож на русский, многие слова. Вот, одел все, что только есть, теплое, потому что здесь уже довольно прохладно. Я понимаю, что... так, где там моя рука? Вот там! Куда мы будем забираться, будет вообще свежо.